Ну что, дорогие мои, всем привет-привет! Сегодня у нас опять-таки предвидится такой вот классный заказ. Давайте же его посмотрим. Вот такая вот куча мала. Увеличиваем и начинаем. Итак, знать бы, конечно, я бы этот шампунь не заказала. Почему? Потому что мне подарила компания Faberlic практически такой же шампунь с биотином. И сейчас у меня 4 одинаковых шампуня практически. Артикул 1770. Очень понравился шампунь «Рост волос». Для меня он для ежедневного применения, честно скажу, что тяжеловат. Он слишком хорошо питает мои очень сильно поврежденные волосы, поэтому не каждый раз, но им я обязательно мою голову и чувствую такой прям ухоженный, клевый, классный эффект. Он мне очень нравится, идет такой прозрачный, с очень приятным таким сладковатым ароматом, прям такой хорошенький. Следующий шампунь тоже в объеме XL, артикул 1883, он уже идет с маслом амлы, тоже очень хорошо ухаживает, тоже клевый и классный, тоже приятный аромат, заказываю его на постоянной основе, уход от него просто великолепный. Так, что же я еще заказала? По драйву я заказала 3 средства, чтобы четвертое было с 70% скидкой на следующий период. Я всегда пользуюсь всеми акциями. Считаю, что денег много не бывает. Если их не любить, то они и не будут торопиться к вам, да? Так, это у нас с вами идет пенка для умывания. Совершенство называется. Очень она мне нравится. Такая вот хорошенькая пеночка. Легкая, мягкая, удобная. Артикул 1555. Кайфую от нее. Так, далее, что мне еще попадется? Зубная паста, лечебные травы. На мой взгляд, она слишком термоядерная, хотя она очень хорошо ухаживает за зубками. Она идет такая кислородная, профилактическая. Тут в составе идет зверобой, ромашка, иван-чай. То есть она и лечит, и профилактирует. Артикул 2244. Ну вот как-то вот это не мое. Но девочки у меня ее, конечно, любят. Чистят ей зубки, поэтому приходится брать, но я ей не пользуюсь. Слишком она мне во рту щиплет. Я не люблю такое, а вот девчонки любят. Еще один шампунь. Укрепление с церамидами. Интенсивное укрепление. Что мне в нем нравится? Он укрепляет именно полотно волос. Предупреждает ломкость и появление секущихся кончиков. Чаще всего я сейчас стараюсь мыться им. Почему? Потому что он возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами. Голову я крашу супер-мега часто, примерно раз в 2 месяца, седины очень много стало, но она как бы еще не кидается в глаза, но ее многовато. Церамиды тут укрепляют структуру волос, и биотехнологический комплекс интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией. Вот 1894, скорее всего, мой самый-самый любимчик. Люблю очень этот шампунь, с превеликим удовольствием буду пользоваться. Так, далее ночное обертывание для шеи и декольте. Теперь у меня их аж целых 2. Заказала обязательно, потому что он мне нравится. И вообще, чтобы нанести на декольте, нужно крема немало. Особенно если декольте, ну реально большое, да, для шеи декольте. У меня вообще вот место, где ключицы, шея, сзади шея. Я все это наношу, на плечи захожу. Такого крема должно быть много. 1556. Он подходит не всем. Он идет 40+. Хотя, а этот крем очень хорошо работает. Во-первых, у него идет антиоксидантная защита. Во-вторых, он защищает коллагеновые волокна от потери эластичности. Тут идет лифтинг-вектор. Это легендарная молекула торинового действия против морщин. Также он стабилизирует 3D-структуру коллагеновых волокон, восстанавливает плотность кожи. Вообще, это линейка Гардерика. Очень стоящая для женщин за 35. Я бы так выразилась. Потому что, если женщина-кофеманка и ей 35, то крем 40+, ей уже нужен. Я так считаю. Далее, концентрированный клеточный ночной крем. Такой более жирненький. Артикул 1551. Недавно его только снимала по VIP-новинкам. И вот от компании Faberlic домашнее такое задание было на сайте Faberlic Drive. Я, конечно же, взяла. Далее у нас была скидка на все, получается, дезодоранты и Део на сайте Faberlic. Тоже только для драйвовцев, то бишь только для VIP-консультантов. И это, конечно, здорово. Вот это любимый Катюшкин с таким ароматом фиалки, что ли, я бы так сказала. Прям фиалка-фиалка получается. 48 часов он держит. Артикул 3716. Просто отличнейший дезодорант. Не оставляет ни следов, ничего. Мы все кайфуем. Этот дезодорант больше, наверное, мой.
Ну да, он такой прям нежный, свежий. Я больше люблю такой вот что-то цветочное. 3712, то есть это все стики. Не спрей, да, не шариковый, а именно стики. И вот такой вот артикул 3713. Он выкручивается. Этот я считаю таким сладким зеленым чаем. У него аромат. И мне кажется, что вот этот прям унисекс. Вот это мужской. Ну, он прям идет такой озоновый, очень приятный вкус. Прям шикарный очень. Артикул 3715. Значит, такая красота. Далее, что же я еще заказала? Это натуральная маска Detox с белой глиной и маслом конопли, биосахаридом, витамином Е. Она глубоко очищает, выравнивает кожу, подобно тому, как неспешная прогулка по густому прохладному лесу очищает мысли. Ну, в общем, очень классная. Мне понравилось. Можно использовать тремя способами. Первый способ – это просто умыться. Она вот такая вот зелененькая. Первый способ – это просто умыться. Второй способ – нанести на 10-15 минут, смыть водой. Для глубокого очищения, сужения пор использовать для умывания 2-3 раза в неделю. И для выравнивания тона, как гамаш, 2-3 раза в неделю. Я делаю маску в ванной, когда нахожусь. Нанесла масочку. И пока у меня маска на голове, маска на лице, я там мою тело и так далее. Очень мне нравится. Тут есть такие мини-мини-мини-мини-мини скрабинки. Прям супер-мини. Они еле-еле-еле чувствуется, но на самом деле довольно-таки интенсивно скрабируют, то есть они не растворяются, ничего. Ими можно реально даже слегка поскрабировать лицо. Единственное, что если на лице есть раздражение, то лучше все-таки сделать масочку, чтобы раздражение по всему лицу не разносить. Далее, опять-таки, моя нелюбимая зубная паста «Экстра свежесть». Это любимая паста моей дочери. Ну, вот так вот оно происходит, представляете, 22.45. Это реально «Экстра свежесть». Мне реально и щиплет все, и во рту, и все. То есть такая зубная паста мне вообще... А она это дело любит. Я вот сейчас прям обе эти зубные пасты поставлю в ванную, и пусть они исчезают потихонечку. Одну в шкаф, другую вот так вот поставлю на видное место. И все. Все закончится. Я уверена. Далее хочу провести эксперимент. Вот не знаю даже, как оно получится. Да, вы видите, сколько у меня тут красок заказано. 10-17, 9-1, 9-16, 7-17, 9-11, 7-1, 6-0. Так, тут у меня тоже 6-0. То есть они разные 6-0 из разных линеек. Далее 5-0 краски и 6-31 и 3-0. Для чего мне эти краски? Мой мастер для волос говорит, я хочу попробовать твои краски. Давай посмотрим, какие есть. Мы посмотрели. Там, конечно, маленький очень такой ассортимент. На ее взгляд, на этот ассортимент все-таки должен быть больше, но много что нет наличий, но то, что нам нужно, она в принципе нашла и сказала, что мы сейчас с ней будем делать окрашивание красками Faberlic. Я все это буду обязательно снимать, обязательно буду рассказывать, что получилось, что не получилось, потому что она сказала, что она будет впервые ими всеми пользоваться. Оттенки различные, но она сказала, что она одной краской никогда не красит, она перемешивает тоны, поэтому она не может сказать, какая из этих красок хорошая или нет, потому что пока что мы не пробовали. Но будем пробовать, посмотрим, что к чему и как, в общем-то, да. И потом вы увидите это в видеороликах. То есть начнем все с самого начала. Так, дальше, значит, у нас дневной крем, конечно же. Я считаю, что если брать линейку, то брать ее целиком. Вот это у нас идет концентрированный клеточный крем. Тут идет формула крема, которая эффективно борется с признаками преждевременного старения в течение дня, восстанавливает плотность и так далее, но это не SPF. Крем имеет действительно нежную текстуру, он выравнивает и придает сияние, что мне прям действительно очень-очень понравилось. И тут также идет экстракт стволовых клеток гордении, лифтинг вектор и комплекс Novaftemo 2. Крем 40+, очень даже сильный в компании, мне нравится. Далее, что-то мы смотрим, осталось всего два кремчика SPF 30. Мало ли куда-то поедем, лучше иметь версию такую вот под рукой. Артикул 2781, это SPF 30 Kids, лето. Солнцезащитка получается, пока вот уйдет она у меня в запасничке. Очень хорошо работает, не смывается ни в бассейне, в хлорке, ни в воде. Но как бы каждые 3-4 часа нужно обновлять. Но в самое пекло, да, там вот когда у нас солнечная погода, город Киров, мы стараемся с 11 до часа, до двух не попадать на прямые солнечные лучи,
конечно же, но все равно вечера бывают очень жаркими. Далее. Забыла я свой любимый термос Lovely Moments где-то в номерах. У меня ощущение, что я его забыла в Беларуси или в Кыргызстане. Точно не могу вспомнить. Скорее всего, в Беларуси в номере забыла. Поэтому я заказала новый. И заказала новых 5 штук, потому что за все свое сотрудничество с компанией Faberlic я уже термосов 6 или даже 7, ну 6 вот точно, я потеряла где-то в поездках, где-то на фотостудиях и так далее. Вот вроде бы пройдусь, все посмотрю, ну что-нибудь да потеряю, ну вот ё-моё. Значит, он у нас идет герметичный, до 12 часов сохраняет холод, до 8 часов держит тепло. Я люблю кофе с собой брать, свой, на кокосике я молочку не ем и не пью. В состав идет нержавеющая сталь, ПП, силикон, ТПР, объем 500 мл. В принципе, надолго хватает этой термокружечки. Один раз с утра налил, и два раза можно кофейку попить в обед, да. Да, вот такая красота. Стильно, лаконично, минималистично. Антискольжение есть, тоже очень-очень приятно. Конечно, вот эти вот обновленные термосы для меня лично это прям награда. Пить тоже очень удобно. Отсюда пьете, сюда заходит воздух. Все, видите, тут прорезинено. И, конечно же, я с превеликим удовольствием такие термосики даже и дарю. Потому что, ну, прям класс. Это как уже, знаете, термос, наверное, даже получается. Потому что очень удобная штука. Ну, конечно, если взять профессиональный хороший термос, то они, конечно, так не выдерживают, как, например, выдерживает профессиональный термос, но все равно 8 часов. Нормально. Ни разу еще не пила холодный кофе на фотосессиях, хотя фотосессии могут длиться и 3, и 4 часа, и так далее. Так, значит, шорты, велосипедки женские. Я, честно сказать, думала, что это прям велосипедки. Такие вот легкие, приятные. А это оказались плотные такие шорты. Артикул 863-087. Так-то они тянутся хорошо, конечно. Вот, я их нормально буду носить. Заказала себе сразу пару штук, мало ли что. В размере 2XL обязательно, чтобы я хочу, чтобы они на мне были свободны. Мой размер XL, но 2XL как-то вот полегче, попроще, да. Толстая тут резиночка, хорошие карманы. Так, сзади карманчиков нету. И они такие идут довольно-таки длинноватые, да, по самое колено. Но их можно загнуть, кому нравится покороче. Взяла с футболкой в жару одеть. Но они реально такие плотноватые, я бы сказала. Прям, ну не знаю, как эту ткань назвать, конечно. Состав ткани идет 52 хлопок, 32 полиэстер, 3 спандекс. Тянутся они реально великолепно. В общем, не знаю. Как-то с одной стороны разочаровалась, с другой стороны они даже лучше смотрятся, чем обычные вот эти вот леггинсы. Они не будут просвечивать. Мне кажется, довольно таки удачное приобретение 2 штук одинаковых леггинсов, не леггинсов. Ну и, конечно, фен. Ни одного фена у нас не сломалось, но иногда бывают моменты, когда девочки начинают фен делить. У меня ночует очень часто племяшка, дочка, понятно, обе дочки со мной живут, и я. Я решила, что фена должно быть 4, чтобы они его не делили, не искали. Этот фен я заказала своей Викусе, чтобы он уже был у Викуси, потому что очень часто, например, племяша взяла фен, и в итоге Викуся ложится спать сырой головой, потому что девочки фен не смогли найти и посушить ей голову. И я частенько не нахожу, чтобы посушить голову. И чтобы такого не было, я просто еще один заказала. Тем более, когда ко мне приезжают мои победители, мы с ними вместе снимаем вороночку, то тоже лишний фен получается становится очень сильно не лишним. Поэтому заказала своему ребенку Викенку фен. По идее, он идет с насадками. Я снимала где-то просто очень длинный ролик про него, как им сушить, делать укладки и так далее. Но, если честно, я этими насадками не пользуюсь. Я пользуюсь просто феном и расческой. Не могу привыкнуть, мне неудобно. Хотя фен очень мощный, очень классный. Меня полностью устраивает, но насадки это, конечно, не мое. Ни одна, ни другая, ни третья мне не понравились, потому что я не умею, честно скажу. Но тут вот идет такое вот как скручивание, можно делать кудряшки даже. И Лена снимала и правда делала мне прикольную укладку ими. Мне не хочется, прямо вот серьезно вам говорю. Поэтому у меня все насадки просто лежат где-то наверху в отдельной коробке и мне особо не нужны. Так, есть еще вот такая вот третья насадочка. Вот ей, кстати, я частенько пользуюсь, потому что она пригождается, да, то есть таким образом одеваете и все, и он работает. Что нравится? Нравится, что тут есть подставка,
компания Faberlic его прям разрекламировала нам. Помню, снимала видеоролик, что даже одежду можно им сушить, что он прям такой суперский и удобный. Да, у него идет ионизация, распределение тепла, 2000 ватт, складная вот эта вот подставочка, то есть все прям супер великолепно. У него идет три режима температурных, холодный воздух можно включить, скорость воздуха 2 потока идет, и съемный фильтр для легкой очистки тоже присутствует. То есть тут вообще, в принципе, это да, вот он поворачивается и достается. Только я со своими ногтями долго промучаюсь, конечно. Прям все удобно, ничего думать, гадать не нужно. Конечно, фен кажется идеальным. На самом деле тут еще такая поверхность приятная, прорезиненная. Его приятно держать в руке. Единственное нарекание, это реально очень сильно короткий шнур. Когда приходят, допустим, мастера и говорят, Анют, фен, без удлинителя его давать бесполезно. Если человек сидит перед зеркалом, то это очень-очень короткий шнур. Частенько я нервничаю из-за такого короткого шнура. По-моему, тут всего 2 метра или 1,5 метра. Где-то бы найти длину, да, мощность 2000, напряжение 220-240, частота 50-60 Гц. Не могу найти длину, но он очень маленький, короткий. Ну, он обычный, не как у профессиональных, понимаете, мы-то уже привыкли к профессиональным. А тут, ну, метра, может, 2-2,5-3, наверное, нет. То есть это вот единственный недостаток и частенько достает. Потому что сейчас у нас розетки, у меня лично, они находятся ближе к полу. И если ты просто сел перед зеркалом, посушить волосы, сделать с расческой укладку, ну, как бы приходится нагибаться, выглядывать, как бы не особо удобно. Вот честно вам скажу, то, что он такой маленький. Это для розеток, которые на уровне, да, может быть, находится, как вот в нашем с вами детстве. А сейчас же розетки делают низко, и мне, например, низко более удобно. Но фен, вот эта вот длина ручки, она не особо удобна. А так, вообще очень крутой фен. Прям очень крутой фен. Я думаю, тут даже можно переставить кое-что. Его можно даже повесить. То есть вообще вот никаких нареканий. Очень круто сушит. Особенно то, что тут есть холодный воздух. Это прям суперски здорово. Да? То есть нажимаете и начинает идти реально такой холодный воздух. Летом это просто кайф посушить голову и не испортить волосы. Да, не испортить. Ну и еще у меня тут в коробочке вот такая классная штука. Это заказ моего мастера. Она у меня заказывала лак и плойку. Ей очень понравилась, во-первых, плойка, выпрямитель, да, такой для волос. Она говорит, что очень хорошо выпрямляются волосы и очень хорошо утюжок скользит, что ей прям очень нравится, какие кудряшки получаются. Такая вот красота. Тут тоже несколько режимов работы. 230 от 140 плюс-минус. Включить-выключить. То есть такой вот он простецкий, прикольный. Тоже недостаток, что короткий провод, но она сказала, это вообще не проблема. Она куда выходит работать, там везде требуются удлинители, потому что площадь большая, и она с этими удлинителями получается всегда и работает. Поэтому вот такая вот, значит, красота у нас великолепнейшая. Ну, удачи ей в работе. И 10 вот таких вот классных моих любимых лаков для волос с артикулом 2707. Они действительно хорошенькие. Много лет я ими пользуюсь. Ни разу в них не разочаровывалась. Прям в полнейшем от них восторге. Вот поэтому она взяла 10 лаков. Это не для своей работы, а для клиентов. Ну и, конечно же, пакетик Faberlic, чтобы это все туда сложить. Вот такая вот кучка мала. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня и проект Faberlic Online.